конце 2023 года развлекательное издание TS Gambler представило ежегодный список 100 наиболее привлекательных лиц мира среди мужчин и женщин. Рейтинг составляется на основе мирового голосования мнений сотен экспертов и анализа социальных сетей. Результаты были подведены к 30 декабря. Особый интерес для поклонников турецких сериалов представляет вопрос о том, какие актеры и актрисы из Турции вошли в этот престижный список. Давайте начнем с представителей с прекрасной половины актрис, широко известных благодаря своим ролям в телесериалах. Афрас Арачулу, молодая актриса и модель, занимает 97 место. В возрасте 26 лет она уже с успехом сыграла в 10 проектах, демонстрируя свой актерский талант. На данный момент она привлекает внимание зрителей своим участием в популярнейшем сериале «Зимородок», который стал хитом не только в Турции, но и за ее пределами. Азгей Аыс занимает 78 место в списке, ее возраст 26 лет. Она начала свою карьеру с участием в дневных сериалах «Ты назови» и «Клятва». Ее фильмография включает в себя 8 проектов. В настоящее время актриса снимается в сериале «Сапфир». Сыла Тюрколу занимает 69 место, ее возраст 24 года. Она также начала свою карьеру с дневных сериалов, сыграв второстепенные роли в сериалах «Не плачь, мама» и «Клятва». Однако ее карьера приобрела новый поворот с главной роли в сериале «Доверенная». Значительную популярность ей принес сериал «Клюквенный шербет», в котором она исполняет главную роль. Этот проект стал первым в ее карьере, который выходит в прайм-тайм и достигает высоких рейтингов, утвердив ее статус в качестве весьма многообещающей актрисы. 30-летняя Ханде Эрчель занимает 52 место. Она является известной турецкой актрисой и моделью. За свою 7-летнюю карьеру она приняла участие в 10 проектах. Мировую известность ей принесли сериалы «Любовь не понимает слов» и «Постучись в мою дверь». Недавно она завершила съемки в сериале «Совершенно другой». Сугун Джуджашкун занимает 42 место. Несмотря на свой юный возраст, 19 лет, она уже снялась в 11 проектах, начав свою карьеру 8 лет. Она снималась в популярных сериалах, таких как «Наша история», «Ворон», «Красная комната». Последние 4 года девушка играет в сериале «Мои братья и сестры». Турецкие актеры, которые попали в список 100 самых красивых лиц мира по версии TS Gambler. Мерт Рамазан Демир, 25 лет, занимает 83 место в списке. Несмотря на молодость, у него уже достаточно опыта – 11 проектов. Его первые роли были небольшими, он играл второстепенные роли. Однако ему посчастливилось сыграть в проектах Netflix, в фильме НЛО и в сериале «Шахмаран». Его звездная роль Ферит в сериале «Зимородок». Независимо от личных предпочтений по поводу сериала, следует отметить, что Мерт великолепно справляется со своей ролью. На 80-м месте рейтинга расположился 38-летний актер Анур Туна. Голубоглазый красавец с 2-метровым ростом стал известен благодаря своим ролям в 12 проектах, среди которых «Запретный плод», «Чудесный доктор», «Заключенный». Сейчас актер снимается в новом сериале телекомпании «Айябы» «Моя прекрасная жизнь». На 74-м месте рейтинга находится 35-летний актер Шукру Озилдыз, чей внушительный послужной список включает в себя целых 35 проектов. Среди его работ сериалы «У меня есть надежда», «Дело чести», «Светское общество», «Нападающий», а также романтическая комедия Netflix «Тактика любви» и мюзикл «Алиса в стране чудес». На 37-м месте списка находится 34-летний актер Джан Яман. Несмотря на то, что в последнее время он предпочитает сниматься в итальянских проектах, он по-прежнему считается турецким актером, поскольку свою армию поклонников он собрал, снимаясь в турецких телесериалах, таких как «Полнолуние», «Ранняя пташка» и «Любовь на зло». Он снялся в детективном итальянском сериале «Фиолетовый как море».
Ожидается выход цифрового проекта «Турок», и актер уже готовится к съемкам пиратской саги «Сандакан». На 29-м месте списка находится 32-летний актер Барыш Мурат Ягджи. Несмотря на то, что его включают в номинанты конкурса в течение 5 лет подряд, в его фильмографии всего лишь 4 проекта. Однако актер оставил впечатление в сериале «Любовь на прокат» и является участником популярнейшего реалити-шоу «Survivor». На 9-м месте в списке 38-летний Халиль Эбрагим Джейхан. Халиль более известен как композитор и певец, его видео на YouTube собирают много просмотров. В его фильмографии всего 3 проекта. Он начал свою карьеру в дневных сериалах и прославился благодаря сериалу «Доверенная». В настоящее время он принимает участие в новом сериале телеканала Fox TV «Грязная корзина», и его персонаж снова привлекает большое внимание турецких зрителей. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.